Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор бечевки натуральной. В нынешнем декоре очень важно, чтобы все компоненты были натуральными. Бечевка натуральная из органических материалов подходит для различного использования. Натуральный цвет веревки делает ее очень популярной в оформлении букетов и подарков. Коробочки и бонбоньерки, привязанные бечевкой из натурального льна, привлекут покупателей больше, чем искусственной лентой. Очень много маловаров перешли на органические материалы для упаковки своих косметических препаратов. Веревка натуральная подчеркивает оригинальность и неповторимый стиль вашего изделия. Применение веревки натуральной таково. Кондитерские магазины используют ее для перевязывания тортов и пирожных. Киоски с натуральной косметикой домашнего производства украшают веревкой свои крема и скрабы. Цветочные лавки используют натуральную бечевку в создании красивых букетов. Каждый из нас может использовать этот бытовой продукт в домашних условиях по своему назначению. Вот в таком пакетике мы отправляем бечевку. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот такая мягкая натуральная бечевка, веревочка. Как раз для декора. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!